Ну что, новый видосик. Поставил по старушку. Ну и процентов 90. С копейками уже есть поклевка. Потому что я подходил, палку начинал аж загибать в сторону. Так, ну вымотка есть по-любому. Ну и только что были такие. Опа, о-но-но-но-но-но-но. Одной рукой не могу удержать. Одной рукой не могу удержать, значит более-менее хорошенький вес. Так, будем всегда тянуть одной рукой. А, здесь зацеп. Трава такая зарастает жестко на дне. Ну, все еще бачок. Недалеко она и ушла. А смыкала там, значит, такая серьезная. Ну, есть такая малявка, как всегда. Смыкала хорошо, такая палка загинала ее в дугу. Сейчас поднимемся, куда она ее заглотила. Она всегда здесь там в жабрах сидит. Сейчас достанем, покажем. Сильно эпичных кадров не получилось. Получился перехлёст основной лески за ту, яка за палку привязана. И за цього вона там на метрі ліски тіліпалась. Ну, есть вот такая щучка. Ну, все. Продолжаем ловить. А зубы какие здоровые. Вот такая зубастая хищница.